Әмәдәләкен бұлар иң талантлылары, мен ойлауса біздің татар халқының яш талантлы жүрші, үмітлі жүршіларымыз бар. Бүгін таған бір тапқан аларының иң яқшы, иң шәп кавер, татарша кавер түркі мекендігіне ұшандым. Ильяс Мингазов, Әмәдәләкен! Ой, егітлер, отжигают по-настоящему. Татарская кавер-группа Ильяс Мингазов. Это круто! Приглашайте, поют только на татарском, матурит рабжерлыла, красиво поют, трогательно, аж прям слезу ушибаю. Приглашайте на праздники, смотри, даже без микрофона, приглашайте на праздники группу Ильяс Мингазов, реально клевые пацаны. На нашей свадьбе выступала группа Мингазов. Я считаю, и Борис Брук, что это самая лучшая группа. Знаете, позовите на юбилей, на свадьбу, на торжество, на день рождения. Не пожалейте, это самые крутые ребята. Сегодня они были у нас в Пензе на мероприятии «Свадебном торжестве». Они себя показали как супер-купер, мощно и сочно, прекрасно и чудесно. Друзья, это искренние пожелания. Они сегодня зажгли весь танцпол, никто не хотел уходить, не отпускали ребят. Сегодняшний результат он показал, что эта группа приедет в Пензу еще раз 15 минимум, если не больше. Потому что зрители, на самом деле, зрители в восторге, мы в восторге. Мы очень благодарны ребятам за их живой вокал, за их профессионализм, за их несекаемую энергию и за то, что они профессионально отработали от начала до конца. Не сфальшиви ни капли, ни на секунду, и отдав себя полностью зрителям, зрительный зал. Зур, рахмет есть, Дусларым. Без бики, без шаг. Рахмет есть. Спасибо. Газов. Очень шикарные ребята. Прям они зажгли этот вечер. Прям вообще такая атмосфера. Молодцы, в общем. Рекомендую. Всем рекомендую. Да. Молодцы, Игитлер. Здравствуйте. Группа Мингазов, прям дигитлер, прям вот как надо, без них еще издрип, издрип. Толтарша Берелля, дигитлер, Бигзор Рахмадзе, как вы красавцы, молодцы. Мероприятие провели великолепно, молодцы, так как я хотела, потому что новый шаг в искусстве татарской эстрады просто необходим. Вот это и есть новое, оно должно быть, и без него просто никак. Я хочу порекомендовать вам группу Мингазов. Мы сегодня впервые с ними работали, но я была поражена, во-первых, харизма, энергетика, репертуар. Какие красавчики! У них нет голоса, потому что у меня нет голоса от эмоций, видимо, потому что я их впервые видела и просто влюблена в их талант, в творчество. Я рекомендую, во-первых, это удивительный репертуар, потому что все татары поют. Никто не сильно не знает, они все выбегают, потому что все известные песни, начиная от Антофта Алма, заканчивая Элвин Грэем. Это было круто, это было здорово. Очень веселая, очень драйвовая. Мне очень все понравилось. Я говорю это от души. Я не знал, на самом деле, как это будет выглядеть. Примерно представлял, и мои все ожидания буквально на 150% все это воплотилось. Вот. Спасибо большое. Очень драйвово, очень весело. Я буду всем рекомендовать. Мечта сбылась. Спасибо этому человеку, который позвала нас. Я Халилу сразу сказал, пригласи татарскую группу кавер. Они зажигают. Для меня огромная честь сегодня находиться, работать вместе с вами. Вы молодцы, шикарно работаете, зажигаете. Удачи вам. Уфтанма, гумерлер, яскивы гутедип, шаушешин курсенде, уфтанма. Яскиле да ките, гумер шулаюте, уфтанма, уфтанма, уфтанма. Сегодня у нас в гостях прекрасные ребята. Это, между прочим, первая в Татарстане татарская кавер-группа Мингазов. Ребят, здрасте, здрасте. Как дела у вас? Все, вы классные, классные, Жаня. Вот смотрите, ну...